сразу начнем. Первая миниатюра называется «Два спасателя в бассейне». Молодой и опытный. Сергей Иванович, здравствуйте. Меня к вам послали. Меня только что в задницу послали. И что? Я же не афиширую. Ладно, говори, что у тебя? У меня глисты и герпес. А уже купался в нашем бассейне? Что? Зачем тебя послали? А, ну я новый спасатель. Мочалкин. Кто? Валерий Мочалкин. А, и что? Ну вы должны меня всему научить. Бери вазелин и жди меня в раздевалке. Юмор смейся. Уважаемые знатоки, у нас первый раунд, и вопрос нам прислала Наталья Кузьмина из города Бреста. Что? Где когда? Передача такая. Хорошо, ж прикольно. В общем, все очень просто. Вот бассейн, вот отдыхающий, вот правая рука, вот левая рука, вот верхний брейк. Хватит. Сергей Иванович, а зачем мне выдали свисток? Можешь засунуть его себе в рот. Почему в рот? Ты тупой. Почему в рот? Ты тупой и не обидчивый. Для работы спасателя подходишь. Подходишь, я сказал вам, к той бабенке, и берешь для меня ее номер бюстгальтера. А если не даст? Ну, я понимаю, что тебе мало кто дает, девушка. Ладно, учись, сейчас сам спущусь в бассейн. Хватит. Девушка, здравствуйте. Что третий? Что делаем в бассейне в одежде? Третий. Раздеваемся. Вот, 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 вот. Помогите девушке, что сидите? Я буду помогать, что ли? Помогите девушке раздеться. Так, а ну-ка, Иванова. Так это же Иванова. Иванова. Я знаю. Иванова, ты что делаешь в бассейне? Ты же не проплатила абонемент, купается она. Бесплатно она купается. Так, давай, знаешь, что сделать? Я ничего не говорю администрации. А ты сделаешь мне... Опасно находиться в воде. Под водой может произойти непонятно что. Сделаешь мне одолжение, девушка. Вы тоже раздевайтесь. Следующее будете. В общем, у нас в бассейне брали два быка. Ложишься на спину и плывешь в центр бассейна. Так, ребята, за Иванову, за быки не заплывать. На быки не залезать. Так, начало. Вот еще одна в одежде. Вот так, я разберусь. Детка, пойдем ко мне в спасательскую. Я надену на тебя спасательный жилет, спасательный круг, спасательные наручники. И буду тебя очень долго спасать. Что? Нет? А может, не нет? И мне не нет! Так. Мочалки, заткнись. Заткнись, успокойтесь, похоже. И вам тоже будет. На бортик ноги не ставить, я очень прошу. Убедительная просьба в бассейне не срать. Что? Почему к вам обращаюсь? У вас лицо слишком напряжено. А вы зря расслабились. И вас я тоже запомнил. Не надо делать из бассейна джакузи. Да, не нужны нам здесь наши кокотули. Во-во. Мочалки, посмеяться хочешь? Да! Смейся. Хочешь еще раз посмеяться? Подожди. Вот ты знаешь, что у нас в бассейне есть реагенты, которые при мочеиспускании окрашивают воду в фиолетовый цвет? Да! А вот он не знал. Ты чего не смеешься? Что? Крутите волчок. Давайте. Сергей Иванович, а что у нас в бассейне делают столы? А, они
Плавают. А почему их так много? У них корпоратив. Ой, смотрите, а там, по-моему, человек тонет. Это не человек, это Валерий Георгиевич. Он уже неделю как утонул. Так а что он здесь делает? Работает. Кем? Буйко. Иванов, учись. Сергей Иванович, ну вот, быть спасателем, оказывается, не так-то уж и сложно. Ну, ты знаешь, сынок, не так-то все и просто. Вот что тут перед нами? Бассейн? Нет. На самом деле, это съемочная площадка. А что снимаем? Ну как что, вот камера, мы снимаем фильм. А как называется? Бассейн. Так я же говорю, бассейн. Ну да, фильм «Бассейн», про бассейн, правильно. А ты знаешь, что самое главное в нашем фильме? Что? Постельная сцена. И что? Бери вазелин и жди меня в раздевалке. Это